С сегодняшнего дня YouTube запускает новые функции для комментариев. Они предназначены для того, чтобы сделать разговор между авторами и их зрителями понятным и удобным. Новинки будут появляться медленно в течение следующих нескольких недель. Поэтому, если вы еще не видите их на ваших каналах, они будут доступны в ближайшее время. Что представляют из себя новинки? Первое – это закрепленные комментарии. Авторы могут подсветить свой комментарий, закрепив его на вершине секции «Комментарии» под своим видео. Это позволит авторам обмениваться самой важной информацией со своими зрителями в более наглядной форме. Вторая функция – сердца авторов. Авторы могут оставлять сердечки на любом комментарии под их видео. Теперь очень просто выразить признательность зрителям и их комментариям. Функция третья – имя автора. Когда авторы оставляют комментарии на своем собственном канале, их имя пользователя будет выделяться на фоне других. Так что зрители могут легко отличить ответ автора канала от ответов других пользователей. И это еще не все, что касается обновления комментариев, но об этом я расскажу чуть позже. Поэтому не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Кстати, напишите в комментариях, вам понравились обновления и какая из трех функций заинтересовала вас больше всего. Я надеюсь, это видео было для вас полезным и вы поставите лайк за мои старания. А также подпишитесь на канал, если до сих пор этого не сделали, чтобы не пропустить новые выпуски. С вами был канал про бизнес и его автор и ведущий Андрей Старунов. До встречи в новых видео. Пока-пока.